Всем привет, друзья! Вы на канале InetComp, и сегодня я вам покажу, как можно записывать видео с экрана своего айфона. У меня на YouTube есть свой канал, и я время от времени добавляю на него видео, которые записаны с экрана моего айфона. Вот ко мне и стали время от времени поступать вопросы, мол, как ты это делаешь, и как мне тоже можно записать видео с экрана своего айфона. Сегодня расскажу об этом более подробно. Итак, для записи видео с экрана айфона я использую программу под названием Reflektor 2. Скачайте ее, установите и давайте я покажу, как с ней работать. Для начала запускаем Reflektor с ярлыка на рабочем столе. Программа запускается, и мы тут же видим иконку в области уведомлений. И здесь же, кстати, окно программы. Следующим шагом мы переходим к самому айфону. Включаем Wi-Fi и подключаемся к своему интернету. Внимание, здесь важный момент. Чтобы получилось записать видео с экрана iPhone, нам надо, чтобы и компьютер, и смартфон были подключены к одной и той же Wi-Fi сети. В противном случае ничего не получится. Включив на iPhone интернет, у нас через пару секунд здесь же в шторке появится пункт AirPlay. Нажмите по нему и в новом окне укажите, что видео с iPhone должно транслироваться на компьютер. В моем случае это устройство десктоп. И также здесь не забудьте включить видеоповтор и потом нажать «Готово». Проделав на iPhone эти действия, у нас на экране компьютера появится экран телефона. Все, что мы будем делать на смартфоне, будет отображаться здесь, то есть дублироваться. Когда вы захотите записать видео с экрана iPhone, вам надо будет вверху программы нажать кнопку «Рекорд». Запись началась, и вот все действия, которые я сейчас буду выполнять на iPhone, окажутся на видео. Делаем то, что надо нам записать, а по окончанию можем нажать кнопку «Стоп». Я сейчас проделаю некоторые операции для примера и завершу запись. После нажатия кнопки «Стоп» останется указать место, куда нужно сохранить видео, и также при желании дать ему имя. Вот так, просто используя программу Reflektor 2, можно записывать видео с экрана своего смартфона. Обратите также внимание, что для записи можно менять и цвет своего смартфона. Для этого в окне программы, кстати, здесь у нас iPhone отобразился сразу после подключения, нажмите по стрелке и в выпадающем списке выберите нужный вам цвет. Вот так все просто и легко. Используйте, если оно вам надо. На этом все. Вы были на канале InetComp. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.